последних называется, его не посылал никто в штрафбат. По капле из себя давил раба, неистово, в любую непогоду. Его не отправлял никто в штрафбат, он просто верил, так угодно Богу. Он шел упрямо, очень много лет, он свято верил, истина в движении. В конце пути увидишь вечный свет, и ангелов услышишь песнопение. Еще немного, но совсем чуть-чуть, преодолея десяток километров. Проклятый раб давил ему до грудь, мочил дождем, сушил холодным ветром. Он не сдавался и давил раба, убил раба в конце пути земного. Его не посылал никто штрафбат. Он лишь сказал, вначале было слово. Классно! Молодец, да?